Всем привет! В этом видео покажу вам, как можно выявить и исправить направляющую токарного станка, либо любого другого, если у вас тонкая лекальная линейка. Вот как у меня, она не особо широкая, на всю ширину она не прилегает. Вот, но направляющая эта имеет некоторую овальность в этом плане, так как в середине есть выработка, из-за этого как бы эта овальность присутствует. Если линейкой водить туда-сюда, выработка на всю длину, то есть оно не показывает. Либо надо боком как-то ее там направлять. Но делаю немножко другим способом. Можно выявить с помощью маленькой лекальной линейки. Делаем такое движение. Намазал краской, конечно, предварительно. И что мы видим? Мы видим, что вот здесь в середине не берет, нет отблеска. Здесь отблеск есть везде, есть пятна. Вот здесь можно пройтись по отблеску шабером, чтобы это дело устранить. Таким образом накапливается ошибка, и направляющая может пойти волнами. Но мы что делаем? Мы сначала по отблеску, потом шабрим по линейке и так далее, попеременно. Постепенно и там исправляется кривизна направляйки, и в конце концов она станет ровной. Теперь просто берем и шабрим по отблеску, чтобы исправить все эти косяки. Ну, в общем, примерно так. Саму суть вы поняли. Помогает выйти из ситуации, когда у вас узкая лекальная линейка. Потому что шабрить нужно либо мостиком, либо широкие линейки есть. Снял отдельное видео, чтобы легче было найти в интернете. На этом все. Кому было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока.